Всем привет, друзья! С вами Федя, и добро пожаловать на мой 23-й выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о моем школьном дне. Вот. Сегодня меня разбудили. Завтракаем, собрался и пошел в школу. У меня не было времени отдохнуть. Так что вот так. Вот. Вот. Сегодня был четверг. На русском мы там что-то писали. Так я никак не могу вспомнить, что. Вот. На литературе мы там писали стих Лермонтова наизусть. Вот, я там получил 5. Вот. Ну, не сочиняли его, конечно, не наизусть его говорили, а писали, описали даже. И рисовали метафору. Кстати, стих назывался «Утёс». На этом, как его, английском мы там самое делали обратную сторону на листочке. На обществознании мы писали проверочную работу. Там нужно было ответы вставлять, варианты ответов разные. Вот. А математики у нас сегодня не было, так как учительницы нашей не было. Поэтому мне пришлось домой уйти сразу. Вот. Но зато после этого у меня осталось побольше времени отдохнуть и сделать уроки. Ну и пообедать, само собой. Вот. Пообедал, сделал уроки все, которые задали. Вот. Ну и потом отдыхал. Вот. Очень долго отдыхал. Потом приехала Вика. И мы с ней играли планшет. Вот. Потом приехал папа. И папа Вики все рассказал про мои пятерки. Вика аж охренела. Ну вот так, в общем. Потом самая позвонила бабушка. Ну и папа с ней пообщался немного. Потом, в общем, ну короче, сложно это все объяснить. У меня вообще нет слов. Но это ничего страшного. У тех же нет мыслей. Ничего. И что больше рассказать мне вам? Вроде бы как и нечего. Сейчас, подождите. Что бы вам еще рассказать-то?
Ну, в случае с Тимуром, боюсь, вам не понравится, ну поэтому, ладно. Ну, на уроке английского. Не хочу сейчас его рассказывать. Ну ладно, коротенький немного получился, но ладно. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Пока.